Нежная женственность в картинах Натальи Полещук и душевная трансформация человека в работах Андрея Копчика. В Харькове при поддержке Салтовского мясокомбината открылась выставка «Два взгляда». У брата более графики и более такой конструктивный авангард, у меня более легкий, женственный. Вот, поэтому, наверное, «Два взгляда» – это два разных видения – женщины и мужчины. Картины отличаются, хотя и те в современной манере написания, но они все-таки отличаются по своей сути, по своей концепции и затрагивают совершенно разные темы человеческого мировоззрения. Большинство картин находится в частных коллекциях ценителей искусства в разных городах и странах. Ваш харьковчанин имеет очень большую коллекцию наших картин, Денис Юсупович Парамонов. Он предложил, когда увидел, да, наверное, где-то в прессе, увидел, что выставка уже в Сумах, и он говорит: ребята, почему вам не приехать в Харьков? То есть, в принципе, вся организация легла на его плечи. Работами львовских художников харьковчане смогут полюбоваться до 10 ноября. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».